Здравствуйте! Я приперлась снова к вам, а вы не ждали. Я буду варить картошку, чтобы поесть немножко. Вот. Она у меня немножко мороженая, вот такая текет прям так. И мы из нее драники будем жарить, представляете? Пойдем драники пожарим. Лежит, смотрите. Смотрите, я вам покажу. Она всегда вот так лежит. И ноль эмоций. Это королева. Два. Сабрина! Смотри, она на одно ухо глуховатая уже в таком возрасте. Ее не дозовешься. Пошли драники жарить. Драники. Ты почисти, я пожарю. Смотрите, она упала. Она споткнулась слегка и валяется, как карапуз. Вставай! Пол холодный. Давай, ты почисти картошечку, а я пожарю. Давай, выбери покрупнее себе такую хорошую. А, да и дряники, знаешь, же что-то, они калорийные. А ты уже не хочешь, да? Да. Ты уже, она уже не хочет драники. А давай и ты картошку почистишь. Сейчас разбежалась. Ее тут 5 миллиардов лет чистить. Угу. Не хочешь, как хочешь. Мое дело только предложить. Все. Конец разговора. Ну, наверное, девочки, приходим в себя. У нас время уже обед. У нас настроение все выше. А чего лампа не горит? Мне плохо видно. А она все горит, что ли? А, вон она горит теперь. Может, тут солнышко отсвечивает, я ни хрена не вижу. Одна глухая, другая слепая. Ну, порода. Закрой мою тушу, не трогай. Зарина рисует портрет мамы. Им задали в школе. Она старается сейчас принести, пока. Она уже все. Зарина, подожди. Этот момент надо запечатлеть. Я суп, короче, сварила без пережара. Банку открыла, я там его все видели, какие закрыла. Я ей и закинула, нахрен, пускай варится. Сварила. Ты еще не хлебала. Зарина! Зарина, я жду! Быстро показали мне портрет мамы. Быстро. Что ты ей там подрисовываешь? Рожки. Я тебе рожки сейчас такие подрисую, блин. Давай быстро. Давай бегом. Да мне уже не о чем тут разговаривать. Я хожу, тут чайник. Давай быстрее. Девочки, я уже хлебушек испекла. Подремонькала полтора часа. Вот у меня хлеб завернутый. Еще горячий. С пылу с жару, девочки. Красота. Сюда иди. Пердишь ты с рисом. Кто пердит с рисом? Пердечный приступ у тебя. Какой пердечный приступ? Очень красиво. Ты что, охренела, что ли? Иди сюда, моя золотая. Умница и красавица. Знаешь, как еще можно? Я не знаю, чем только можно. Тут сыра не было уже. Вот так вот. А вот этот карандашик можно вот так растирать. Только не ручкой, а, наверное, губкой какой-то, да? И у тебя, чтобы красиво было. Вот так. Чем растирают? Ну ладно, ничем не надо растирать. Это вот ромашки, цветочки и мама. Вот этот рисунок нарисуй. И еще ей большой надо вот такой вот, в таком вот ракурсе. Повернешь и большую башку нарисуешь. И туловище. Большой рост, ладно? Вот и перенесешь два рисунка в школу, ладно? Умница моя золотая девочка. Неси мне корону быстрее. Че, умница? Давай, и чай пить приходи. С шоколадкой.
Давай, 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 давай. Подогнали быстренько. Одна нога тут, а другая там. Что я на даче скажу. Там трусы в шевелере где-то завалялись. Чтоб ноги не потели, одеть надо трусы. Принести. Запасные. Каретузы. Най-най-най. Скорее меня забирай. Далеко-далеко. А потом ни хрена не вези обратно. Вот дура, да? Еще какая? Тихо! Я сказала молчать, не цвет! Сейчас что-нибудь мира там опять не берет. Шпингалетки. Че начали-то? Она сама мне хотела дать корону. Так. Она вообще пошла и забыла. Блин. Теперь меня дочь старше коронует. Младше уже короновала. Тихо. Мозги впились. Там же штыри вон такие. Аккуратно надо так сверху поставила и все. Мне этого достаточно. Всем удачи, всем добра. Счастья я желаю вам. На как эти напишите? Знаете сами где? Кому доступны для всех? Покажите свое мудро.